Всем здрасте. Любителям мукбанков я вас приветствую на моей новой кухне. Вы ее оценили. Кому-то понравилось сначала в прошлом видео, кому-то не очень. Но в любом случае оно будет такое, каким посчитаю, наверное, в первую очередь я. На втором месте мы будем прислушиваться к адекватным, культурным, воспитанным зрителям, с ними согласовывать, подписывать договора о просмотрах, ну и в дальнейших будут выпускаться какие-то видео на их усмотрение. Сегодня я какую-то херню пронес. Короче, сегодня, ребятушки, мукбанг долгожданный. Я надеюсь, меня хорошо слышно в микрофон. У меня сегодня вот такие красивые рыбные палочки и куча овощей. Хочу сказать, что у меня есть TikTok. И вы можете подписаться на него. Николаев, нижнее подчеркивание кино. Точно такой же ник в Инстаграме. Там выходит в ТикТоке видео, абсолютно отличающиеся от видео здесь. Но в Инстаграме выходят раньше фотографии, где я бываю. Потому что не все я показываю в Ютубе. Это был огурчик, а это дайкон. Дайкон. На него меня подсадила Лора. Поэтому, Лора, если ты меня смотришь, спасибо тебе большое, очень вкусно. Дайкон люблю с соевым соусом и, в принципе, огуречек тоже люблю с соевым соусом. Очень вкусно. Хлеба, как видите, у меня нет никакого. Ну, что ж поделать, соляви. Хочу поговорить с вами о таком грехе. И о таком плохом качестве человека, как зависть. Я буквально недавно, так как видео сейчас пойдут немножко в коллаборации, потому что кто меня постоянно смотрит, вы знаете, что у меня приехали родственники. Мы только недавно проводили гостей из Петербурга. Сейчас приехали другие родственники. Правда, они живут не у меня. Но есть небольшие семейные дела. На дачу, семейные посиделки. Поэтому видео будут выходить немножко так туда-сюда. Но такие вкусные маслины. Но совершенно недавно у меня был влог. Я объясню причину, чтобы эта тетка знала, почему так произошло. Не помню ее ник уже. В общем, какая-то оскорбленная милашка. Так вот, я понял. И многие написали, что это зависть. Ну, я сначала пытался с ней адекватно пообщаться. Но человек говорит, что она меня не смотрит. Но к ней приходит оповещение. Это помните, я как-то говорил о том, что есть такие люди, которые подписаны. Она говорит, я вообще вас не смотрю. Мне просто на телефон приходит оповещение. Стопэ, мадам, если тебе приходит оповещение, значит, ты на меня подписана. А зачем подписываться на человека, которого ты ненавидишь? Это первое.
Второе, думаю, ну может быть что-то я просто как-то неадекватно, что-то я не нравлюсь или еще что-то. Она решила хайпануть. Видимо, на мне, потому что у нее всего 4 подписчика. Какие-то беспонтовые соления. Я сейчас тебе, блядь, покажу, как нужно солить. Чтоб тебе, ну ты как бы поняла, как у мужчины. Я тут правда... Ой! Я забыл, что я в неглиже. Ой! Простите. Господи, прости. Ой! Вообще, как бы в шортиках. Мадам, вот как должны выглядеть засолки. Посмотри и подавись. Это моя личная засолка на лимонной кислоте. Без сахара. Чтоб ты знала, как мужчины могут солить. И посмотри теперь на свои беспонтовые засолки. С 4 подписчиками. И я понял, ребята, что у этого человека просто зависть. Она со своими 44 у нее видео и 4 подписчиками не знает, что делать. А здесь такой красавчик, Олег Николаев. Я на себя сейчас смотрю, и я сам себе нравлюсь. Охуенный мужчина. В самом расцвете сил. И у нее, видимо, какие-то такие личностные неприязни. Сначала я думал, а потом я просто понял, что баба просто одинокая. Солит непонятно кому. Непонятно зачем. Какую-то хреновуху беспонтовую делает. 44 видео. Кому? Для 4 подписчиков? И вот эти гадости она решила писать мне. Для чего? Чтобы, видимо, хайпануть на мне. И вот эта зависть в перемешку с гноем ничего хорошего в ее жизни не даст. Другое дело бы, если вот как написала бы, она сказала: Олег, ну что делать, не получается, тоже хочется. Да я бы бесплатно прорекламировал. Сказал бы: такая классная тетка, такие закрутки. А если еще баночку бы прислала бы мне варенье, или вот таких помидор, ну у тебя таких, конечно, помидор нет, ты не умеешь их просто делать, то это бы было... Но, ну, человеку свойственно лить гной. Человек в этом растет, где-то в глухой деревушке, видимо. Потому что видео так себе, значит, телефончик не очень-то. Она, значит, писала мне: вот если ты относился бы нормально к своим зрителям, то ты бы давно бы купил квартиру охрененнейшую, типа за наличку. Зачем вы считаете мои деньги, я написал. Для чего? Это мои деньги, я сам решу, как мне квартиру. В ипотеку, в долг. Или еще как-то. Понимаете? Это моя личная проблема. Как я буду деньги звать за квартиру? Где я буду жить? В будке? На вокзале? В 10-комнатной квартире? Вас это уже никак не должно колебать. Это мое личное дело. И тем более, такую зрительницу, неадекватную, после этой переписки, когда она писала, что она на меня не подписана, то есть я на вас вообще не смотрю, но будучи она подписанной, потом начала писать какую-то херь, можете посмотреть, что она мне писала, там, как видео, Паша, это называлось? А... Ответочка хейтеру или что-то такое там. Ответочка? Старому троллю. Ответочка старому троллю видео называется. Самое главное, что на меня подписаны родственники. И эта ебанутая женщина может что-нибудь написать моим родственникам, понимаете? Поэтому я тут с Пашей посовещался. И решил просто ее забанить, потому что она реально неадекватная. Тетка, потная, вонючая, где-то сидит в каком-то колхозе со старым телефоном, снимает какие-то непонятные видео. Про какие-то ужасные соления. 4 подписчика. Зачем она мне нужна? Поэтому было принято решение, хотя я в предыдущем где-то видео сказал в этих ответ старому, как называется, троллю. Я сказал, что я типа ее не буду банить. Но мне такие из дурки сумасшедшие люди из Кащенко, мне вообще лица не нужны у меня на канале. Так вот, он сказал, что если бы ты типа таких, как она, видимо, себя в пример приводила. Ну, себя. Если бы ты таких людей, как я просто комментарий ее не удалил, почитайте. Ой. Мама! Это даже камера говорит. Харе, это потому что не хватает мощности. Надо другую зарядку. Это зарядку надо. Надо с Huawei принести большую зарядку.
Так вот, видите, даже камера не хочет, чтобы про нее я говорил. Харе говорит. Но я договорюсь сейчас про нее. Может быть, это ей подарок будет. Может быть, кто-то из вас все-таки к ней придет. Меня Паша учит творить добро. Вот это будет мое добро этой ужасной женщине с невкусными соленьями. Во! Другое абсолютно дело. Так вот, она написала, договорю все-таки, имея себя в виду, о том, что если бы я якобы относился хорошо к зрителям, к ней, к ебанутой, то я бы купил квартиру уже давно супер крутую, ну как бы за деньги. За того человека, который меня не смотрит, меня хейтит, она бы уже определила, смотрит она или не смотрит. Да мне нахер не нужны такие подписчики. Вот верите, нет, я уже говорил, что я не стремлюсь за деньгами. YouTube для меня это хобби. Хобби для меня. Ну, она, видимо, что-то путает. Она, видимо, все-таки меня не смотрит, а путается в показаниях. Поэтому эта женщина полетела в бан. Громко сказано, женщина. Женщина все-таки это такое, для меня большое имя, женщина. Это какая-то бабень-тетка какая-то. Одинокая, скорее всего. Вот, поэтому... Паш, ты не наелся? Хочешь что-то чуть-чуть съешь? Да. Может, колбаски подержишь? Я хочу колбаску. Будешь? Там вот такое. То, что мы покупали. Или сырокопченое. Такое. Сырокопченое. Я просто опять в трусиках. Ой. Дубль номер два. Женщина, я от вас отвлекусь. Ой. Простите. В белорусском, как он называется, белорусский трикотаж. Белорусский вокзал. Вот такая вкусная колбаса, надеюсь, сейчас мы попробуем с вами вместе. Правда, что-то мало было этих, Паш, покажи поближе. Мало палочек было, или что они? Не, далеко ты как-то показываешь. Не, ближе ко мне сюда. Кто в Москве бывает, купите, зайдите в белорусский павильон, купите хорошие колбаса. Вот эту сейчас попробуем, не знаю, но до этого брали, очень вся вкусная была. Короче, вот, зачем мне такие зрители, она мне не смотрит. Она бы определилась с показаниями, смотрит она, не смотрит. Кстати, вкусные маринованные огурцы купили. Кислятина, зараза. Ну, иногда можно... Поэтому обезопасить не себя даже, а своих родственников. Короче, она полетела в бан. Может быть, когда-нибудь в ближайшем будущем, ну, она оттуда вылетит. Ну, зачем я ей? Все равно она меня не смотрит. Ей не интересен, как она сказала. Поэтому от таких, как ты или она, какой мне толк? Просто в число подписчиков, да минус один, было 2015, стало 2014, да мне насрать. Кому я должен хорошо относиться? К тебе, который меня не смотрит? Положи сюда. Поэтому я ее культурно послал на мужской половой орган, прямо так и написал. Ну, мне нельзя материться, я же культурно, я же переучиваюсь. И посоветовал ей посмотреть это видео про нее же. И все. Сейчас Пашка за кадром первый попробует колбаску. Что, вкусная? Да. Правда, не выжжешь? Нет, не бро. Хлебушек, может, диетический? Нет, нет. А еще я стал любить имбирь. Кстати, Лорка тоже каждый раз про него говорит у себя в эфире в мукбанках. У Лоры, кто не знает, есть свой мукбанк. У нее макбанк. У нее макбанк. Наверное, это правильно называется. Макбанк или мукбанк? Ну, по-русски, наверное, мукбанк. Да. Как с салями. Я раньше салями назвал салями.
Поэтому, ребята, вот на примере этой женщины, блин, женщина, все-таки это опять громко звучит, тетки, этой тетки, хочу сказать, что зависть все-таки делает, и такое она до добра не доведет. Почему я хочу сказать, поговорить, еще начал говорить о зависти? Потому что очень людей завистливые, и даже тогда, когда говорят, я вижу, знаете, вот по их ухмылке, все худеете, все худеете, худеете, а сами при меня, там, знаете, там, видно. Или раньше там, где-то по работе, там-то работаете, там. И прямо видно, ах ты, сука, там-то работаешь. А я такая бедная, несчастная. Ну, знаете, вот прямо вот, ну, видно. Я хочу сказать, что зависть это не очень хорошая вещь. От нее нужно как-то избавляться. Во-первых, это горечь и, как это называется, горечь и гной съедает человека изнутри. Зачем это нужно? Зачем считать чужие деньги? Где человек живет? С кем он спит? Я ничего не ворую. Вот именно, что ничего не ворую. И с помощью других людей я ничего себе не покупаю. Изредка. Есть такие зрители, которые действительно в чем-то мне помогают. Помогли собрать кухню. Подарили люстру. Отправляют донаты. Пусть небольшие, но отправляют. Вот это зрители, это настоящие поклонники, это настоящие зрители канала. А не те, которые хотя бы что-то нормальное пишут. А не те, которые или критикуют, я говорил. Да, ну как это называется, обоснованно что ли, не знаю, как это правильное слово называется. Но не тот, который человек, который где-то, когда-то, блядь, сидела в зрителях. Я даже о таком человеке не слышал и не знал. Вот она только всплыла буквально там пару дней назад. В комментариях, видимо, что-то ее прямо так ей надоело. Ну вот, хотя она не смотрит, что я могу ей надоесть. Ну зачем опять быть подписанным? Ну, короче, история в том, то, что есть замечательные слова в «Алисе в стране чудес». Лучше промолчать. Знаете, сколько стоит одно слово? Поэтому лучше промолчать, чем показывать себя, что ты дура. Помидорину такую сегодня купили, вкусную, узбекская. Замечательная, она с соевым соусом, интересно, вкусно будет. Невкусно никогда не пробуйте. Говорят, что очень вкусно помидорины с сахаром. Ну, я хочу сказать, что я тоже не без греха. У меня тоже бывает зависть. Ну, к другим людям. Но у меня зависть возникает тогда, когда я не понимаю, когда дураки работают на хороших должностях, без образования. Когда человек ворует, этим кичится. Когда человек не своей пользой, так скажем, стал занимать какие-то должности. Не сам. А с помощью каких-нибудь там родственных дружеских отношениях, и эта дурная голова мешает работе всему организму. Ну, я имею в виду работе в целом всего коллектива. Здесь ты понимаешь, ну так-то ты пашешь, а получается, что у тебя ничего. Зато мне, в отличие от других людей, меня упрекнуть не в чем. Я ни у кого ничего не взял, ни у кого ничего не сорвал. Мы за свои деньги живем. За свои возможные деньги. За мои, за Пашины. Да, у Паши родители иногда что-то помогают. Мои родители помогают. У нас зато огромная большая семья. Вот так вот сложилось в моей судьбе. У меня появился друг, с которым я уже миллион лет знаю. Мои родители относятся к нему. У меня мама говорит, что у нас два сына. Его родители, я думаю, что точно так же ко мне относятся. Ну, не знаю, про сына, конечно, не говорят. Навряд. Ты третий. Ну, короче, даже если тетя Таня так не говорит, я знаю, что она может посмотреть это видео. Но я думаю, что я знаю, что они ко мне очень хорошо относятся.
И когда мы бываем в гостях у Пашиных родителей, мама всегда говорит: берегите себя, берегите друг друга. Это большие слова для абсолютно постороннего человека, который не родственник в их семье. Так я вот желаю, чтобы этой женщине, которая меня смотрела, чтобы к вам точно так же кто-то вам сказал. Самому нужно что-то добиться. Посмотрите, как вы относитесь к людям. Я буквально выложил видео, то и пришло сразу первые два комментария. И один из них был такой, что типа есть такие люди, которые, ну типа без этого, без желчи жить не могут. Я сначала не знал, что, о чем мне поговорить, а потом понял. Ну какая-то. Ой, какая кислятина. Ну вкусная. Ну не хайпить, хайпит, пусть она. Я ее второе видео практически рекламирую сквозь. Ну просто зависть это нехорошо. Нехорошо. Если бы у человека все было бы хорошо, но она, наверное, бы не сидела в кавычках. Не была бы как минимум подписана на непонятного взрослого мужчину с вымышленным ником где-нибудь в колхозе у себя. Я бы был бы подписан, если я был бы женщиной. Дневник мамочки, семейные влоги. Есть такая прекрасная блогер мама отличника. Вот на ебанутую, вам туда же женщина. Вот вы, наверное, точно такие же. Хотя мы с мамой отличника очень раньше хорошо дружили. Общались. Ну, сейчас я ее не смотрю, поэтому как-то так. Или, например, более положительный блогер. Есть девочка хорошая из Петербурга. С двумя дочками путешествует. С мужем разошлась, с мамой. Сама с Украины. Квартиры снимает. Мучается бедная. Живет за счет вот именно что подписчиков, за счет их денег. Ее, как кто это, не, как же там море, Алена Море? Не буду пиарить. Не хочет пиарить, короче. Ну вот, на таких блогах вам надо. Вязальщица, чесальщица, как правильно приготовить соленье, как вкусно приготовить соленье. Вот это вам нужно смотреть, потому что мужчина, который вас перехлестнул в ваших соленьях, ну это достойнее, наверное, чем вы готовите. Тем более всем, что я соленье готовлю буквально 2-3 года. А вы, как женщина, наверное, уже готовите всю жизнь. Но на вкус, я думаю, что выглядит точно так же, как, то есть на вкус точно так же, как и ваши банки выглядят. Неаппетитно, тошнотно, рвотно, я бы сказал. И мерзопакостно. Больше позитива в жизни. Должно быть больше позитива. Будете позитивить, и в Крым будете ездить. И за границей, и квартиры покупать в Москве. Не за счет подписчиков, ну за таких как вы, а просто за свой счет. Пусть в ипотеку. Пусть через 20 лет она будет ваша. Через 30, через 40. Я не знаю, сколько вам лет, но, наверное, лет 50. Ну, по крайней мере, по вашему общению, что вы с мужиком общаетесь. Ну, явно одиночка, и где-то там ничего хорошо, наверное, все-таки, даже если у вас муж есть. Ну, как говорится, завидуйте теперь молча. Писать теперь не сможете. Если только заново в Гугле регистрироваться. Под новым ником. Ой, это великолепная женщина. Можно так, в принципе, ник придумать. Чем вам мой ник не нравится, она мне сказала. Я считаю, что это неадекватный ник. Сама себя восхвалять. Я же написал себе в нике о потрясающе, о великолепный. Ну, как по мне, так это странно. Придумать себе ники. В Одноклассниках интереснее ники. Шиза 62 можно было вам придумать, тоже подойдет. А почему у меня желтых помидор не было? Ты тебя не порезал разве? Нет. Я думал, что я тебя порезал. Нет. Никаких желтых помидор, я смотрю. Думаю,
что это он желтое ест? Он желтый помидор хомячит. Ну, в моей жизни есть завистники. Ну, я даже рад, что мне завидуют. Хоть кто-то чему-то мне завидует. А то, что я кому-то. Интересно, чему не завидовать? Иностранной машине, но старенькой. Квартире на ВДНХ. Чему? Женщина, ответьте. А, вы уже не ответите. Тогда присаживайтесь, тогда и молчите. Молчу. А, еще я единственное написал. Ну, почитайте там в комментариях, интересно. Я написал. Это как фильм Михалкова «В родне». Одинокая женщина – это неприлично. Неприлично. Понимаете? Тем более быть одинокой такой, как вы. Ну что сегодня... Ой, какая кислятина. Разговор-то не об этом был. А? О чем? О зависти. Ну это и есть зависть. Пока мы сидели... Люся уже и покакала, порыла, и пописала, и третий раз пришла поесть. Она смотрит, что долго ешь. Долго ешь, что-то говорит. Наверное, что-то вкусное. А, самое главное, знаете, когда проблема, она сказала, знаете что, я тебе не ставила никогда дизлайки, но если ты так просишь. Я говорю, да поставь, успокойся только, говорю. Главное, чтобы твое женское точка G нашло успокоение. Хотя, если ты помнишь, где она. Помните, была Наталья, морская пехота. Я буду сейчас стрелять ниже пояса. Надеюсь, ты помнишь, что у тебя там. Вот то же самое я могу сказать этой женщине. Надеюсь, вы помните, где у вас точка G. Я думаю, что она давно забыла, где это находится все. Есть такая книжка «Камасутра». Главное, не перепутайте для пар. Там есть отдельная для женщин. Она вам подскажет, где ее найти. Ну, хотя бы попытаться это сделать. И мои банки намного вкуснее. Знаете почему? Потому что я эти банки дарю просто так. Соседям, зрителям. Не поверите, зрителям дарю. И соседям. Родственникам, друзьям. У меня друзья никогда не уходят с пустыми. А вы дома жмотите, потому что вы знаете, что если вы кому-то вот это дадите, то ваше вот это зажрать не будет. Просто в помойку выбросят и банки вместе с ним, потому что воняют банки вашей кислятиной. Здесь был хороший юморист Верченко. Так вот он говорил в своих произведениях. Ваш чай пахнет шваброй. Так вот, видимо, и чай у вас пахнет шваброй. Понимаете? Ну, что я хочу сказать. Таким ужином я ни хрена не наелся. Даже несмотря на то, что я поел колбасу, но зато поговорил. Я вообще считаю и желаю, чтобы все люди, животные на нашей планете были счастливы, чтобы у каждого был, пусть маленький, но свой уголок, свой семейный, дружественный, родственный. Чтобы все были счастливы. Чтобы не было никакой зависти. Ну просто, когда у человека что-то не хватает, он начинает вымещать на других.
Пусть и у таких людей, которые завидуют мне, которые завидуют вам, чтобы не все хорошо было. Замечательно. Чтобы жизнь была легкая, веселая, чтобы могли покупать квартиры за свой счет, даже в Москве, в Лондоне, в Риме, в Париже, в Нью-Джерси, в Лос-Анджелесе и на Дальнем Востоке где-нибудь в Хабаровске, в Петербурге, в Петрограде, в Ленинграде, чтобы везде стоял по яхте. Он не понимает, что я заканчиваю видео, все сидит, а я уже продолжаю. Просто думает, какую, наверное, херню несет. В общем, ребяточки, желаю вам хорошего настроения. Спасибо, что вы покушали со мной. Правда, не наелся сейчас картошки, что ли, пожарить? Или макарон сварить? Баранью ногу доставай. Все, всех люблю, целую, пока. И готов угостить вкусными своими соленьями. Серьезно. Кто в Москве, пишите. Баночку отправлю. Ну, где-то встретимся у метро, и я вас угощу. Многие знают, что это вот вкусная тень моя. Кто пробовал, напишите в комментариях. Все, пока. Чтобы эта тетка увидела, что я действительно угощаю, а не просто так пизжу. Все.